Изменение климата ставится в ряд серьезнейших мировых угроз. Ученые доказали, что именно человеческая деятельность привела к катастрофическому нарушению энергобаланса Земли. Мировые выбросы парниковых газов увеличиваются все быстрее и быстрее, и сейчас они достигли самых высоких уровней. Если такая тенденция не изменится, то в 2100 году температура поверхности Земли увеличится на 4-5 градусов, что приведет к полному таянию ледников в Арктике и, как следствие, к повышению уровня океана. Голландия и Дания полностью уйдут под воду. И это не сценарий фантастического фильма. Такое будущее предсказывают не мистики, а ученые. Мировое экологическое сообщество забило тревогу, и в результате осенью прошлого года в Париже в рамках 21-й конференции ООН было заключено новое международное соглашение, цель которого – объединиться всем миром, чтобы снизить выбросы парниковых газов. Студенты МГИМО организовали конференцию, подобную парижской. Сначала мы это задумали, мы месяц просто об этом мечтали. Планировали, а вот как бы это все было, вот можно пригласить того, можно пригласить того. В июне к нам на кафедру заходят две девушки, вот наши студентки, наши кафедры, говорят, мы хотим проводить такую масштабную конференцию, нам нужна ваша помощь. Мы, конечно, поняли, сколько нужно будет потратить сил, энергии для того, чтобы все организовать. Но мы, как правило, всегда поддерживаем, у нас правило института всегда поддерживать студенческие инициативы, которые особенно выходят на международный уровень. В итоге изначально робкие мысли студентов превратились затем в смелые идеи, которые им удалось воплотить в жизнь. 170 студентов из разных уголков мира приехали, чтобы вместе разработать план по спасению нашей планеты. Я здесь представитель Уганды. Это Северноафриканская страна, и здесь у нас сегодня у нас была дискуссия, где мы представили наши позиции, позиции по состоянию климата в наших странах. Я представил Уганду, и я читал доклад, и после этого проводилась дискуссия по этому поводу. В России вот эта дискуссия не очень развита. Люди мало знают об этих проблемах. И поэтому я также хотел бы являться каким-то медиумом, который предоставляет им эту информацию. Конференция длилась 2 дня. Она включала в себя чтение докладов, выступления почетных гостей и лекции известных ученых. Но основная цель – разработать одну общую резолюцию, четкий план по спасению человечества от глобального потепления. В данный момент в редакционном комитете кипит работа над итоговой резолюцией. И я думаю, что все самое интересное мы из нее узнаем. Что же делать нам с этой проблемой? Готовую резолюцию студенты планируют представить в ООН. Возможно, именно с ее помощью удастся сформировать новый курс, по которому пойдет человечество, чтобы избежать глобальной катастрофы. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».